Приветствую вас, как правильно вам указали мои коллеги, в частности Кудряшов Игорь Леонидович, что у вашего состояния есть причины. И в первую очередь то, что нужно сделать, это эти причины как минимум найти. Ибо совершенно очевидно, что без понимания того, что стоит за вашим состоянием, ну, не получится вам никак помочь и что-либо для вас сделать в принципе. Даже если очень сильно захотеть, к сожалению. Вот. А то, что вы описываете, значит, состояние, которое вы описываете, его можно назвать как кризис. То есть это некое такое кризисное состояние. Ну, ваше. Вот, это некое ваше кризисное состояние. Из которого вы не можете найти выход, из которого вы не можете найти адекватный вам выход, ну, адекватный себе выход. Вот. А, соответственно, кризис это всегда как бы индикатор того, что какие-то вещи вы делали, очевидно, ну, неправильно, неверно в своей жизни, и что-то пора менять. То есть кризис – это показатель того, что ваши действия в тех или иных обстоятельствах, в тех или иных ситуациях, в тех или иных условиях были неправильными, были деструктивными для вас именно. И теперь пришло время что-то менять в своей жизни. Пришло время пересматривать свою позицию, пришло время обновлять значит, спектр тех действий, которые вы совершаете для достижения тех или иных целей. Вот. Опять же, то, что вам плохо, имеет причины, да, то есть состояние, когда вам плохо, имеет причины. И объективно, чисто объективно, ну, эти причины можно найти и посмотреть, что с ними можно сделать. Вот, если, конечно, вы сами этого хотите. Вот, если не хотите, то это уже, конечно, другой разговор. Но если хотите, то, соответственно, можно найти. Вот. А дальше. Тот, кто вас опускает с руки, это в определенной степени потеря смысла. То есть это такая вот потеря жизненного смысла, личностного смысла, наверное даже правильнее будет сказать личностного смысла. Вот, когда человек теряет понимание того, для чего он вообще делает те или иные вещи, зачем он это делает, для чего он это делает и так далее. Вот, и в этом случае, опять же, требуется анализ поведения для того, чтобы понять, что конкретно вы делаете, что конкретно вы предпринимаете, чего хотите, что получается из этого, а что нет. Вот. Потому что в противном случае ваше положение и состояние нельзя назвать никак иначе, кроме как позиции жертвы. Вот, и это исключительно только позиция жертвы.
И позиция жертвы, к сожалению, любого человека, ну вот, в данном случае вас, да, позиция жертвы очень быстро устраивает. То есть очень быстро позиция жертвы начинает представлять для, собственно, жертвы самой, да, очень большой и серьезный интерес. Вот. То есть это затягивает. Как бы. Вот так, в принципе, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Соответственно, это требует определенной работы. Вот, в частности, например, когда вы почувствовали такое вот состояние, когда вы его ощутили, вот, что происходило с вами в этот, ну, в это время, в этот момент, вот, что происходило, что вы чувствовали. Может быть, это защитная реакция ваша, вот, от чего-то. Но так или иначе история требует внимания, это однозначно. Вот. Очень мало вы предоставили информации о себе. Поэтому больше, пожалуй, сказать ничего особо и нельзя. Не скатываясь, да, в какие-то гадания, да, вот в какие-то предположения и так далее, и так далее. Вот, но однозначно могу сказать только одно. Если вы не сделаете выводов и не начнете дифференцировать, то есть отделять свои действия, допустим, ну вот то, что вы делаете, да, то, что вы делаете, и то, что приносит результат. Вот. То есть ваши действия, они должны только приносить результат. Ваши действия должны быть вам на руку. Вот. Если вы видите, что какие-то действия из того, что вот вы делаете, результата как такового не приносят, вот, значит, эти действия не нужны. Если вы их все равно делаете, значит, скорее всего, здесь, ну, вы не свободны. И, соответственно, несвобода эта, она продиктована какими-то внешними условиями, вот, которые нужно анализировать. Вот так вот, в принципе, вам и можно ответить на ваш вопрос. То есть, опять же, вот вы спрашиваете, да, что делать, так что делать, чтобы что? Вот. Значит, ну. Ключевой момент. Что делать, чтобы что? По итогу. Вот. Понимаете? Вот вы задаете вопрос нам, да? Что делать, если вот такая-такая-то история? Вот. Что делать, чтобы что? Чтобы выйти из этого состояния или как? В любом случае, вам ничего не хочется, именно потому что вам плохо. Вот. И это состояние нужно раскрыть, от него не нужно от него не нужно сбегать. Ну а то касается того, что вам ничего не хочется делать, это работа с чувствами. Нужна просто работа с чувствами. То есть лучше прислушиваться к себе, к тому, что вы чувствуете, к тому, что вы переживаете и так далее. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ,
Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.